Почему я приехала в Украину? Я могу об этом сказать уже совершенно свободно. Господин Ющенко, когда он стал президентом, у него были хорошие очень идеи, и одна из идей была реформирование здравоохранения в этой стране. И мы тогда все верили в это на самом деле, и вы верили, я помню, как мы общались с вами на эту тему, не только же по работе мы с вами общались, сколько времени, да? Но, к сожалению, из этого ничего не получилось, моим большим сожалению. Может, сейчас получится, но я работаю над этим до сих пор.